Мир непрост, и в нем бывает, что кому-то рядом плохо, кто-то ранен, без сознания, или даже бежит кровь. Если рядом нету взрослых, некого позвать на помощь, мы для этих ситуаций правила расскажем вновь. Для начала убедимся, что опасность миновала, и тебе не угрожает ничего со всех сторон. Не пытайся сам, как в фильме, что-то сделать с пострадавшим. Если курс не проходил и в медицине не силен, набираем 112, это телефон спасения. Обо всем, что происходит, очень четко расскажи. Отвечай на все вопросы оператора подробно. В это время едет помощь, лишь немного подожди.